Рецепт приготовления греческих бургеров с квиноа, зеленым луком, фасолью и огурцом. В небольшой кастрюле довести 3-4 стакана воды до кипения, добавить квиноа, накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума, варить, пока жидкость не впитается, от 12 до 14 минут, отложить в сторону. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Квиноа 1/2 стакана, морковь 1 штука, зеленый лук 6 штук, зеленой фасоли 45 грамм, панировочных сухарей 1/4 стакана, яйцо 1 штука, молотого тмина 1 столовая ложка, соль и молотый перец по вкусу, оливкового масла 2 столовые ложки, лимонного сока 1 столовая ложка, лаваша 4 штуки, английского огурца 1/2 штуки, тонко нарезанного по диагонали, количество порций 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Люблю вас, друзья, жду снова.